А если Верховный Главнокомандующий, заместитель министра обороны Первой армии был там? Новые объекты для поражения, в том числе функции разграждения, минными полями закрываются дорожные направления. В течение полутора линий радиосвязи поддерживая выдвигающий перемещение оперативно-тактического действия. Проводит пуски управляемые. Артиллерия подразделения. Дождь, русское небо, полигон русский. Проводится розыгрыш в зоне ответственности. Ой, а тут речь идет о...